Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мега закупка такая большая в магазине Ашан. Начну с картошки. Купили сетку 5 килограмм картошки, показывать не буду. Обычная картошка. Дальше поехали. Купили капусту. Капуста килограмм стоит 18,80. У нас вышла такая маленькая капусточка на 22 рубля. Так, дальше мясо. Взяли курицу и вот такой вот набор для первых блюд называется. Это спинки куриные. Так, дальше бутылочку пива Балтика Семерка, подсолнечное масло каждый день. Это взяли такие пирожочки замороженные. Как они называются? Сейчас. Дениш называется. Они с какой-то клубничной, по-моему, начинкой или с малиновой. Такие вот небольшие. Дальше взяли пачку соли вот такой обыкновенной, поваренной. Масло крестьянское каждый день. Дальше хлеб аютинский. Так, и взяли по булочке. Каждый себе выбирал. Ватрушка. Это вот такая с маком. Моя любимая. Так, дальше гата. И вот такой вот пирожок с начинкой персика и абрикоса. Взяли анчоусы сушеные, вот такую рыбку, это, по-моему, карась, вот на 27 рублей выше. Так, дальше сушки взяли, вот такие 200 грамм, макарошки, вот такие головоломки, потом вот такие Дон Густо, разноцветные макарошки и спиральки каждый день. Так, дальше взяла детям такие петушки, леденцы. Потом взяли вот такие конфетки. Они наподобие M&M's, только гораздо дешевле. Вот. Тоже, наверное, вкуснее, чем M&M's. Вот такие вот три пачки взяли. Так, дальше взяли вот такой вот читос. Попробовать. Какая-то новинка написана. Затем дети взяли себе жвачки. Вот это на свои карманные деньги они купили конфетки и жвачки себе. Так, дальше в школу понадобился у нас срочно циркуль. Взяли вот такой вот, один из самых простых, не сильно дорогой. И к нему где-то были еще вот такие стержни запасные. Вот так. Дальше вот такая маска. Organic Spa. Вот такая для лица. Миндальное масло свое любимое взяла для волос от Фитокосметик. Очень мне нравится. И вот такую крапивную маску. Тоже Фитокосметик. Лопатку деревянную взяла. Вот такую. 8 рублей, кстати, стоит. Неплохая такая. Ежедневные прокладки. Так, дальше. Жидкость для снятия лака. Дети взяли себе пазлы вот такие с котятами собирать. Батарейки муж купил себе, и я так понимаю, это запасные лезвия для канцелярского ножа. И еще муж купил, как он называется, ключ для автомобиля, баллонный, кажется, большой такой. Его здесь не будет, поэтому я просто говорю, что в чеке он будет присутствовать. Дальше взяла свою любимую краску палет, всегда ей крашусь. Такая вот. И гель для унитаза. Вот такой каждый день тоже постоянно его беру. Мне он очень нравится. В Ашане куча всего новогоднего. Я не смогла пройти мимо этого отдела. Купила две вот такие мишуры. Они, по-моему, по 6 рублей. Или по 8, или по 6. Копейки, в общем-то. И три вот такие вот игрушки. Тоже по 6 рублей были. Колокольчик, звездочка и елочка. Не смогла пройти мимо. И порошок, повторяю, уже, наверное, третий раз его покупаю. Или второй. Третий вроде бы. Пемос порошок. 149 рублей вот стоит 2 килограмма. Мне он очень понравился. Классный порошок. И все вроде бы я вам показала покупки. Сейчас покажу чек. Зачитывать не буду вам. Кому надо, остановите и почитайте.
Такие вот у нас цены в Ростове. Вот он, ключ баллонный телескопический, вот 357 рублей он стоил. Итого мы потратили в Ашане 2097 рублей 22 копейки. Вот такие вот были покупочки у нас на сегодня. Пишите комментарии, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал, вступайте в мои группы ВКонтакте, в Одноклассниках. Также подписывайтесь на мой инстаграм. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, пока-пока!